У этой старухи была тетрадка, в которую она записывала своих обидчиков. Точнее, записывала то, как они должны умереть. И угадай, что? Что? Написанное в тетради вскоре сбывалось. Под чертом внизу был Джейсон Уоркис! Кто еще был в тетради? Нет! И он пришел за тобой! Похоже! Вот и дом старухи Фриды. Черт, какой же он жуткий, мать его. Ну что ж, дамы и господа, я внутри. И выглядит это максимально... Какого черта? Я ж надеюсь, это был сквозняк? Здесь Джон провалился за стену, и где-то здесь должна быть тетрадь. На столе. А вот и стол. Стоп, а где тетрадь? Неужели это та самая ванная, в которой сгорела старуха Фрида? Надо убедиться, что это то, что мне нужно. Так, посмотрим. Какие-то записи, имена. Да, похоже на то. Где записи Джона? Они должны быть последними. Где-то в конце, так. Вот. Да, похоже, они. Почерк Джона. Да что за черт, мать его? Валивай из моего дома! Как это возможно? Как это возможно? Гори к чертовой матери. Все? Какого черта, как ты... Ты должен был исчезнуть! Я ведь сжег тетрадь! Я сжег тетрадь, тебя не должно здесь быть! Во что поиграть сегодня? Игра World of Tanks. Игра-феномен, в которую играют миллионы. Регулярные обновления, крутые ивенты и огромное разнообразие режимов и бронетехники. Хочешь быть снайпером? Бери противотанковую самоходку. Или веди артобстрел с другого конца карты на артиллерийской установке. Легкие, средние и тяжелые танки. Выбирай свой и побеждай. Регистрируйся по ссылке в описании и получи крутые подарки для легкого старта. Премиумный танк Т2 ЛТ, 7 дней премиума и 400 тысяч кредитов. В бой! Как это возможно? Я же все сделал правильно, я же сжег тетрадь. Эй, кто это? Это Джейсон, мать его, Уоркис! Но ты же сжег тетрадь! Сжег. И, видимо, это не сработало. Черт, в меня не попади! Нет, это не я стрелял, это он! Я же тебе... Черт! Давай, приятель, давай! Давай, чертов Марс! Только не переверни ее, аккуратно, осторожно! Переверну я ее, спокойно! Там на дне чертов Майкл Марс! Я-то думаю, где он делся? Ты как? В порядке. Ты как, Линч? Я в порядке, Джон. Я сжег тетрадь. Я знаю. Я ее сжег, Джон. Я знаю, Линч, но похоже, это не сработало. Похоже на то. Проклятие. И что нам теперь делать? Думаю, нам с Сарой придется умереть. Нет, что за бред? Мы что-то упустили, Джон. Да что мы могли упустить? Чертовой тетради нет, а манеки есть. Это хоть та тетрадь была. Ну да, в коричневой обложке, с твоими записями. Только была она на втором этаже. Странно. Мы не ходили на второй этаж, Линч. Да ничего странного, там была эта чертова старуха. Что, мать твою? Старуха, Фрида, она была там. Точнее, ее дух, что ли. Так вот, что тогда скрипело сверху. Что? Ты опять что-то не договорил? Ну это такое. Мы когда записи сделали, на втором этаже послышались будто шаги. Но мы перепугались и свалили по-быстрому оттуда. А мне пришлось подняться и побегать от этой безумной бабки. Черт, а что если мы пробудили этой тетрадью старуху? Возможно. Только что нам с этого-то? Ну не знаю. Может спросить у нее, как избавиться от этих двух уродов? Думаю, с ней покончено, Джон. Она ж вроде как сгорела ванна И похоже, дух был привязан к тетради, а я ее сжег. Да из чего ей со мной говорить? Она вроде как хотела меня выгнать. Ну тогда нам с Сарой придется точно помирать. Мы что-то упустили, Джона. Что-то упустили. Да ничего мы не упустили. Дома. Надо вернуться в дом. Это конец, Линч. Должны быть еще, возможно, какие-то записи. Было время, вспомни. Она ж прожила там всю жизнь. Призрак. Возможно, она вела какой-то дневник, может. Может, удастся узнать, откуда у нее эта тетрадь и как-то предотвратить это. Черт! Проклятие! Кого это было? Нам постучали со дна, Линч! Это Майерс.
Это чертов Марс. Он может залезть сюда. Греби, Джон. Греби отсюда быстрее. А как же ты? Я возвращаюсь в дом. Нужно вернуться в дом. Главное, не останавливайся и греби. Джейсон, тебе не помеха, ладно, а вот Марс. Ладно, я понял. Все, давай, Джон. Удачи. Да быстрее вернуться. Вернуться. Мы что-то упустили. Должно быть что-то, что остановит этих чертовых маньяков. Кроме смерти Джона и Сары. Давай, Джон, греби! Проклятие. Надо быстрее вернуться в дом. Я уверен, что этот чертов дом таит себе куда больше тайн, помимо чокнутой старухи и тетрадкой, которую я уничтожил. Чертовы копы, как всегда, вовремя. Что вы сказали? Вот он, вот этот человек был здесь с сорокой. Блядь, я забыл ключи у Джона. Вы уверены, мэм, что это именно тот человек? Как же? Да. Такси, такси. А может быть, поехали, эй, срочно. Эй, я вообще-то клиент. Плачу по двойному тарифу. А еду только по тройному. Черт, ладно, поехали. Куда едем, сэр? Езжайте прямо, дальше подскажу. Хорошо, поехали. Ладно, друзья, включусь уже на месте. В общем, друзья, я уже на месте, и сейчас нужно понять, как остановить этих чертовых маньяков. Так. Я предполагаю, что в доме должны быть какие-то записи о том, что... Стоп, а... А где манекен? Он же был... Погодите, он стоял прямо здесь, а сейчас... Может, я его задел, когда убегал, но... В таком случае, где он? Не мог же он просто взять и испариться? Ладно, пофиг, я здесь за другим. Короче... Черт возьми! Это уже который раз! Мать твою, проклятый манекен! Как он здесь оказался? Неужто старуха его передвинула, когда гналась за мной? Но по-другому он здесь оказаться не мог. Черт... Нашла чем заняться перед тем, как покинуть этот мир. Три раза? Или сколько? Сколько я обделался от этого манекена? Кажется, три. Так, но... Знаете, что я хочу сказать? Осознавая, что здесь больше нет никаких призраков, маньяков и прочего, дом становится не таким уж и страшным. За исключением, конечно, того манекена. Ладно, я думаю, нужно начать с потайной комнаты. Возможно, там есть какой-то дневник, где написано, откуда у старухи тетрадь, и как обратить написанное вспять. Вот только здесь так много всяких ящиков, тумбочек и шкафов, что неизвестно, откуда надо начинать. Я думаю, какого черта ты? Как? Почему ты здесь? Я сжег тетрадь тебя. Тебе не должно быть здесь. Уходи, должна была исчезнуть. Уходи, должна была мать твою уходи, исчезнуть. Уходи! Где она, мать его? Какого? Она жива. Я ведь сжег тетрадь. Значит, она не была привязана к тетради. Проклятая тетрадь. Ее сожжение. Она, мать его, вообще не помогло! Нет маньяков, нет! Нет этой безумной старухи! Теперь я готов взять свои слова обратно. Дом снова пугает меня до чертиков. Точнее, его хозяйка. Хотя, может, это мне на пользу? Может, удастся с ней поговорить? Главное, правда, не умереть во время этого разговора. Нужно просто установить с ней контакт. Контакт с чертовой безумной старухой. Что ж, Линч, удачи, мать его. Эта старуха может быть где угодно. Ладно, спокойно. И где она, мать его? Так, но здесь ее нет. Фрида? Не знаю, можно ли ее так назвать. Фрида, я просто хочу поговорить. Мне нужно узнать, как работает эта тетрадь. Черт. Проваливай из моего дома! Блядь, остановись, нет, стой! Я просто хочу поговорить, Черт,
Я просто хочу поговорить! Слышишь, просто хочу поговорить! Успокоилась. Фрида! Фрида, мне просто нужно узнать, как работает эта чертова тетрадь, и больше ничего. Просто узнать, как работает чертова тетрадь. Какого? Блять, она не слушает меня. Она, черт возьми, не слушает меня. Что делать, что делать? Ванная, ванная. Я хочу поговорить, слышишь? Я просто хочу поговорить. Мне нужно узнать, как работает эта тетрадь. Она остановилась. Неужто работает? Не подумайте, что я сошел с ума, но я читал, что порой призраки избегают места своей гибели, а так как старуха сгорела здесь, я решил запрыгнуть сюда. Хотя зачастую, конечно, наоборот, но вроде как сработало. Она отступила. Нет, 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 нет! Отвали! Слышишь, отвали! Отстань от меня, слышишь, отстань! Я просто хотел поговорить! Что это было, мать его? Этот чертов крик и смех. Черт возьми. Она пытается меня запугать. Может, это значит то, что она не может мне навредить? Хотя вряд ли. Она может запросто в меня чем-нибудь кинуть или столкнуть с лестницы. Чего, кстати, нужно опасаться. Думай, Линч, думай. Нужно как-то разговорить эту чокнутую. Но прежде как-то себя обезопасить. Потому что ванна — это не вариант. Я на нее пофигу. Знаю. Да, точно. Только мне нужно... Наверху. Она должна быть наверху, по-любому. Да. Так, ладно. Спокойно. Просто надо смотреть в оба. Черт, как же страшно, мать его. Никого. Так, ладно. Нужно быстро подняться на второй этаж и просто найти там чертову соль. Так, камера. Соль, мне нужна соль. Где-то же на кухне должна быть соль, по-любому. Так, здесь ничего. Какие-то тряпки. Пусто, мать его. Здесь что? Вилки, ложки, ножи. Нет. Это что? Что это такое? Соль? Похоже на соль. Это же соль? Вроде да. Да, это соль. Отлично. Так, теперь нужно... Нет, здесь дыры. И здесь тоже. В той комнате. Чисто. Здесь. Так, надеюсь, это поможет. Ну, с призраками в доме на болоте это помогало. Давай, быстрее. Хоть бы только хватило. Но уже еще немного. Вот так вот. Главное, чтобы не было никаких пробелов. Все. Вроде ровно. Так, ну что ж, это, по идее, должно меня защитить. Надеюсь, работает. Ну что, давай, появляйся, гадина. Фрида! Пожалуйста, хоть бы сработало. Уходи. Давай, Катя. Уходи! Получилось? Сработало. Круг
работает, мать его. У меня получилось. Ну что ж, теперь я в безопасности, и можно попробовать выйти на контакт. Эй, Фрида! Мне нужны ответы! Надо ее как-то мотивировать. Думай, Линч, думай. Тетрадь я сжёг, но Фрида осталась. Ее тело тоже сожжено. Она привязана к чему-то другому. Но к чему? Быть может, это в этой комнате? А быть может... Это и есть эта комната? Может, это дом? Скорее всего... Эй, Фрида! Если ты не поговоришь со мной, я буду вынужден сжечь твой дом! Тебе же этого не хочется, ведь так? Ну же, давай. Что если... Как думаешь, Фрида, насколько быстро вспыхнет эта полка, а затем и весь дом? Что ж, ладно, я предупреждаю. Чего ты хочешь? Я хочу обратить вспять то, что было написано в тетради. Это невозможно! Но ведь должен же быть выход! Должен же быть способ остановить это все! Уничтожение тетради не помогло ей! Тетрадь нельзя уничтожить! В смысле? Я же ее сжег! Ее нельзя уничтожить до тех пор, пока последнее написанное в тетради не исполнится! То есть тетрадь цела? Целёхонькая! Тетрадь не уничтожена? Последняя запись. Что если... Возможно, это сработает. Да. Эй, Фрида, будь любезна, скажи, где находится тетрадь? Угадай! Тетрадь. Она все это время... Набери комки! Она здесь. Стой! Нет! Нет! Стой! Отвали! Слышишь, отвали! Не хочешь об этом остановить! Тетрадь у меня! Я победил! Тебе не уйти от меня! Ты поплатишься за это! Поплатишься, глупее! Поплачусь? Поплачусь, значит? Ты думала, я тебя не переиграю? Я тебя переиграл! Чокнутая старуха! Ты пожалеешь об этом! Вот так вот. Проваливай. Проваливай. Как же это, мать его, было потно. Ладно, тетрадь у меня так. Она сказала, что тетрадь не уничтожить, пока последнее написанное не исполнится. Но если от Майкла Майерса и Джейсона Вурхиса нельзя избавиться с помощью уничтожения тетради, то... Нужно изменить их судьбу. Нужно записать их в тетрадь. Сделать их жертвами. И тогда... Тогда последняя запись исполнится, и возможно... Возможно, Джон с Сарой выживут. Да, должно сработать. Вот только... Чем мне сделать запись? У меня ни ручки, ни карандаша. У меня абсолютно ничего нет. Проклятие, и что? Дома. У людей же в доме должен быть карандаш или ручка. Вроде свет горит. Откройте, пожалуйста! Мне нужна помощь! Эй! Есть кто дома? Пожалуйста, откройте! Мне нужна помощь! Кого там нечистая принесла? Меня зовут Егор Линч. Мне срочно нужна помощь. Можете, пожалуйста, открыть? Ладно, сейчас, погоди. Отлично. Ну уже. Чего тебе, сынок? Мне нужна ручка. Что? Ручка или карандаш. В смысле? Нет времени объяснять. Можете, пожалуйста, дать мне ручку или карандаш? Могу. Ладно. Сейчас. Сейчас вынесу. Молодежь. Пошла. А можно быстрее, пожалуйста? Нельзя. Будешь моего возраста, поймёшь. Так, чёрта. Где у вас здесь ручка? Ты охренел совсем, что ли? Где ручка? Уходи из моего дома! Я сейчас вызову полицию! Камера. Вот урод! Тетрадь. Ну сейчас ты у меня получишь. Ручка. Так кто у нас там? Майкл Майерс и Джейсон Вурхис. Значит, Майкл Майерс
сразится с Джейсоном Вурхисом в смертельной схватке и проиграет. Надеюсь, Джон Сара еще живы. Так есть. Остался Джейсон. Что делать с Джейсоном? Знаю. Джейсон Вурхис сразится в схватке с Майклом Майерсом и победит. После чего он утопится в реке. Да, так и поступим. Готово. Готово. И как быстро это сработает? Надеюсь, быстро. Потому что у Джона Сары не так много времени. Так, ладно, нужно подождать, когда это сработает. Может, позвонить Джону или... Ты сам выйдешь! Тихо-тихо, спокойно, тебя вынести вперед просто ногами! Просто нужно было срочно записать... Мне неинтересно! Ладно, проваливай хорошо, из моего дома! Чёртов хиппи! Тихо, без спокойно. Резких движений! Вот мои руки, вот так. Без резких движений, я понял, тихо. Мои годы не было так, такой наглости! Я просто уйду. И дверь за собой закрой, убыль! Да, конечно, я понял, закрою. Ещё раз извините, простите. Вот это дедок попался, черт возьми. Надо уйти с его двора от греха подальше. Он мог в меня и пальнуть, мать его. Так, все. Имена записаны. Осталось только ждать. Я хотел позвонить Джону. Телефон звонит. Джон! Алло, Джон! Джон, ты в порядке? Да, ты что-то сделал, Лич? Ну, типа того, что... Похоже, сработало. Сработало. Что сработало? Джон, я записал их в тетрадь. Тетрадь? Ты же её сжёг. Оказалось, нет. Потом расскажу. Тебе и Саре больше ничего не угрожает, Джон. На этот раз ты уверен? Наблюдай за ними. Джейсон убьет Майерса, а потом утопится. Ты сейчас серьезно? Да. Это ж будет бой века. Это точно. Жаль, я его не застану. Похоже, начинается лич. Слушай, Джон... А можешь снять это на телефон? Я довольно далеко от берега, но попробую. Все, давай, не хочу ничего пропустить. Да, конечно, давай. Ну что ж, похоже, получилось. Осталось подождать, пока Джейсон убьет Майерса и себя, и можно сжигать тетрадь. Или же... Черт, это ведь... Тетрадь. Все враги, лишь одним взмахом руки я смогу разобраться с любым. Убийцы, террористы, даже Лэмптон. Нет, 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 нельзя. Эта сила не подвластна мне, и неизвестно, какие будут последствия. Нужно дождаться окончания схватки и сжечь тетрадь. Да, я сожгу ее, как только Джон мне позвонит. Сожгу, по-любому. Нельзя оставлять ее у себя, нельзя. Да. И, наверное, нужно сжечь дом, чтобы избавиться от Фрида. Хотя... Может, стоит запустить туда Джона и посмотреть, как он обделается. Камера садится. Вовремя. Ладно, друзья. Как только Джон мне позвонит... Я сожгу тетрадь, и потом будем думать, что делать с домом. Да. В общем, с вами был Егор Линч, журналист. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди нас ждет немного отдыха, ну а потом, естественно, новое приключение. В общем, всем спасибо и до новых встреч, друзья. Снимает. На связи Джон, друзья. И сейчас будет бой века. Бой между Джейсоном Ворхизом и Майклом Майерсом. Вы только посмотрите на этих красавцев. Вот они, два опаснейших маньяка. В эту холодную октябрьскую ночь решили схлестнуться на пляже. Джейсон Ворхиз против Майкла Майерса. Мы-то с вами, конечно, знаем, кто победит. Но не думаю, нет. Ну что, ребята... Драться-то будем? Началось! Что? И это все? Вот так вот просто Джейсон убил Майерса? Какого? Ой, как неожиданно, Вурхис победил!
И теперь от радости победы он пойдет торпиться. Только мачете осталось торчать. Прям как терминатор ушел. Ну да ладно. Ну что, всем спасибо за внимание. С вами был лучший комментатор современности Джон. Я прощаюсь с вами, ребята.